Если большая вода пойдет, мы вас планируем увезти отсюда. В доме Арины Заведняк вновь ждут наступления воды. Каждый год они почти в самом эпицентре потопа. Одна из причин – река Нокса. Весной 16-го она вышла из берегов прямо на улице, а после пошла в дома и подвалы. Вот все, кто в береговой зоне живет, всех коснулось. Ужасно, конечно, было. В школу не ходили, на работу людям выйти вообще невозможно, потому что вот все в воде. Тогда затопило сразу 4 улицы. Люди перемещались на лодках. Пострадало 38 домов. Спасатели эвакуировали 16 человек. Именно для этого поселка потопы чуть ли не ежегодные. Последний, по словам спасателей, был в прошлом году. И теперь спасти казанцев от последствий наводнения здесь хотят двумя способами. Сначала построив мост, а после углубив русло местной реки. Только углубят Ноксу не раньше следующего года, а большую воду здесь ждут уже через неделю. Как и по всему Татарстану, подтопами грозят все реки Куйбышевского водохранилища. В Казани – Нокса, Меша, Свияга, в Нижнекамске – Кама. Уровень воды в водохранилищах, он превышает норму где-то процентов на 30-40. Вознакаево – река Ик. Из-за нее в районе может подтопить 8 деревень, а это больше 200 хозяйств и 300 человек. Для них, значит, мы предусмотрели пункты временного размещения. Это, как правило, школы, в которых уже организовано будет горячее питание вместо ночлега. Воду в Куйбышевском водохранилище уже спускают, говорят спасатели. Риски неоправданно высоки. По их прогнозам, вода угрожает 209 населенным пунктам Татарстана. Разработан оперативный план по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период. План паводок как на республиканском уровне, так и в каждом муниципальном образовании Республики Татарстан. В случае бедствия места укрытия сегодня в Салмычах при эвакуации наготове близлежащие санатории. Главная задача, чтобы люди знали, что они не брошены, что мы по мере возможности всегда придем на помощь. А в случае ЧС выехать и в другие города. Так в Нижнекамске опасаются повторения паводка 2007 года. Специалисты переживают, местная дамба может не выдержать большой воды. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, Эльвира Сафиуллина, Фахри Исламов, Фуат Гайзин, Булат Шафигулин, ТНВ, Казань, Ознакаевский район, Нижнекамск.